Жития святых – это литературный жанр жизнеописания тех христиан, которые канонизированы Церковью. В древние времена к чтению житий относились с таким благоговением, что предваряли его особой молитвой. В этой молитве человек и спрашивал для себя прежде всего духовную пользу от этого занятия, чтобы оно содействовало обновлению, просвещению, спасению души и провождало бы ее в жизнь вечную. То есть житийная литература читается не для развлечения. Такое чтение есть духовный труд, который помогает обнаружить то, что важно человеку для вечности, что пробуждает в нем желание спасения и усердие к подвигу. Все это мы находим и в житии архиепископа Луки Воина Сенецкого. Оно вместе с проповедями святителя, описанием его чудес и акафистом ему вошло в замечательную книгу, которая называется «Святитель-хирург». Ее автор – протодиакон Василий Марущак, клирик Симферопольского кафедрального собора, где и покоятся мощи святителя. К исследованию его жизненного пути отец Василий приступил давно. Еще в 1998 году за диссертацию о владыке Луке он получил ученую степень кандидата богословия. И это стало лишь началом многолетней работы по исследованию уникальной и многогранной личности выдающегося архиерея и врача. А сегодня отец Василий поможет и нам увидеть такие разные, но одинаково яркие грани личности этого святого, который был не только светилом медицины, он был и святителем, и исповедником, и великим подвижником, а ныне является и нашим небесным заступником. Вы знаете, размышлять, рассуждать нам, людям грешным, о духовных подвигах, о святости этого великого святого, дело, конечно, очень сложное, очень трудное. Наверное, здесь нужно понимать, что мы можем судить об этом, вернее, не судить, а рассуждать об этом, мы можем только неким опосредованным образом, отзеркаливая, что ли, когда мы из его собственных свидетельств, из его проповедей, которые он нам рассказывал, где он обнажается, его внутренний мир, его, где он, кстати, почему так проповеди его были признаны всеми православными, в том числе и богословами из Московской духовной академии. Вот, потому что это проповеди были не некоего кабинетного ученого, который компилирует уже некую сумму знаний, то, что он прочитал, то, что он понял, то, что он осознал. Это была трансляция его собственного опыта, опыта реализации Евангелия в его собственной жизни. И потому каждое его слово, которое он говорил, это было слово, подтвержденное его собственной жизнью. Потому, собственно говоря, оно так и влияло на людей. И здесь необходимо также помнить о том, что все-таки это было слово человека святой жизни, что подтверждалось его подвигом. Например, перед кончиной Господь ему послал последние испытания. Да? Мы знаем из Священного Писания, мы знаем из опыта жизни святых угодников Божиих, что, собственно, апостол Павел говорит о том, что если внешний мой человек истлевает, то внутренний обновляется. Вот это обратно пропорциональная зависимость между
внешним и внутренним состоянием человека. И вот здесь, когда по мысли святых отцов аромат той или иной травы проявляется только после того, когда вот ее перетираешь в руках. И аромат святости святителя Луки, конечно, мы обоняем после того, как вот обстоятельства его жизни, его исповедничества, его страдания в его жизни, они действительно дают нам ощутить аромат его святости. Собственно говоря, он сказал слова, которые для многих современников непонятны, когда он говорит о том, что «я полюбил страдания». Как можно полюбить страдания? Мы желаем друг другу на Новый год, на день рождения, чуть ли не ежедневно мы желаем друг другу избежать этих страданий, чтобы у нас в жизни было все прекрасно, все радужно, все великолепно. И тут вдруг он говорит: «Я полюбил страдания». Почему так? Ответ во второй части этой фразы: «Я полюбил страдания, которые так удивительно очищают душу». Действительно, его душа была очищена до кристального состояния вот именно этими страданиями. И когда он говорит об этом с Амвона, люди воспринимают это. Воспринимают, потому что он имеет право так говорить. Он прошел этот путь страданий, не озлобился, не замкнулся. Его сердце еще больше раскрылось в выражении любви к ближнему своему. И мы видим, что даже сама смерть не могла воспрепятствовать его любви к ближнему своему. Мы знаем, что и после смерти он продолжает благодетельствовать, творить добрые дела, исцелять, помогать, укреплять, утешать тех людей, которые к нему уже обращаются как к святому. С его прославлением, с его канонизацией, видим, что он выходит на новый уровень своего служения, когда он появляется в разных местах земного шара, когда он отзывается на крик души, отзывается на боль человеческую, на страдания, когда он помогает всякому, кто с верой, любовью, с надеждой призывает его, собственно, в его жизнеописании, в книге, которая недавно вышла о святителе Луке, включено большое количество этих чудес, которые святитель Лука совершил уже после своей блаженной кончины. Это удивительное явление в нашей жизни. Поверьте, я служу в Свято-Троицком кафедральном соборе вот уже 31 год, и на сегодняшний день с утра до вечера я вижу, как нескончаемым потоком люди идут к мощам святителя Луки, неся свое горе, свои болезни, свои просьбы. Когда приезжают греки, это особенно умилительная картина. Они становятся на колени, там еще далеко, за пределами монастыря, и на коленях совершают свой долгий путь, ползут, останавливаются, молятся, просят, не поднимаясь с колен, преодолевают ступеньки, ведущие в храм, и так доползают до самых мощей через весь храм.
чтобы принести ему свою посильную молитву. Греки привезли нам великолепные работы, серебряную раку, в которую мы поместили мощи святителя Луки. Кстати, эта рака по внешнему виду почти такая же, как рака, в которую помещены мощи святителя Спиридона Тримифунского на Корфу. Вот. Мы видим, что вот сейчас почитание святителя Луки громадно, и хочется напомнить всем нам, опять-таки, это завещание святителя Луки о том, что, прося у него здоровья своему телу, не забывать и о здоровье своей души. Я думаю, его мысль о том, что исповедничество – это та форма особой верности Христу, во имя которого совершаются все наши подвиги, та верность Богу, когда он говорил, что, видя те безобразия, которые стали твориться после революции, вот эти комсомольские Рождества, вот эти, когда молодежь бесновалась и мешала совершению богослужения, когда всячески шельмовалось и духовенство, подвергалось гонению, выходило громадное количество антирелигиозных публикаций в газетах и так далее. Владыка Лука говорил: «Я не могу молчать». Как видим, по отношению к нему вот эта знаменитая, известная фраза «один в поле не воин», она, конечно, не имеет приложения, потому что даже один человек, который все-таки сопротивляется этому тотальному безумству, когда говорит «не могу молчать». Ведь святой – это не тот человек, который, скажем, улыбается всем, все разрешает, делайте, как хотите. Святой – это тот человек, который может сказать: «это правда, это ложь, здесь я скажу «да», а здесь стукну кулаком по столу и скажу «нет». И вот он имел великое мужество свидетельствовать о правде. Хотя он об этом в своей автобиографии пишет о том, что это было еще чуть ли не со школьной скамьи, когда он заступался за слабого своего однокурсника и так далее, и так далее. То есть вот это обостренное чувство справедливости, правды, оно в нем присутствовало и, конечно же, при правильной духовной жизни развивалось, укреплялось. Вот. И когда он видел, что действительно правда – это не только справедливое отношение к ближнему своему, правда – это служение Богу, которого мы называем, и который есть и путь, и истина, и жизнь. И вот он служение, он, конечно, с честью совершал. И как видим, сам факт существования его как архиерея и хирурга, врача, ученого, когда он появлялся в ученых собраниях в рясе с панагией,
В общем, это все сводило на нет усилия, громадные усилия тотальной машины, которая говорила о том, что попы мракобесы, говорила о полной несовместимости религии и науки, о том, что якобы это абсолютно противоположные явления и так далее, и вот своим фактом существования. Владыка Лука вдребезги разбивал многолетние труды атеистов типа Емельяна Ярославского и всех тех, кто, в общем-то, выступал против церкви. И здесь, конечно, его роль колоссальна, потому что немного у нас было таких людей, действительно известных многим. Когда мы задумываемся о том, что как мог человек вопреки всеобщему течению иметь свое собственное мнение, отстаивать его даже там, в подвалах, за стенках НКВД, в то время, когда страдания, казалось бы, достигали невыносимого пика, он все-таки оставался верным Богу, он оставался человеком. Знаете, современный человек, как бы там ни было, при всей любви к этому комфорту, к каким-то гедонистическому образу жизни, в любом случае душа человеческая, она все-таки жаждет, стремится, где-то, может быть, на уровне подсознания, тянется к чему-то чистому, святому, великому. И вот пример святителя Луки, я думаю, он вдохновлять будет еще не одно поколение. Это святой, который, скажем, дал понять миру, насколько важно иметь любовь к ближнему своему. Вот мы, когда прославляли святителя Луку, мы, осмысливая все то, что происходит с нами, пришли к удивительному выводу. Вот смотрите, вот сейчас, когда мы чувствуем, насколько охладевают взаимоотношения между людьми. Если мне моя бабушка рассказывала о том, что ты мог пройти по городу, по деревне, зайти в любой дом, попросить воды, тебе дадут воды, может быть, даже покормят, если есть. Если там, скажем, вот эти теплые отношения между соседями, когда бабушка пекла пирожки, этими пирожками угощали всех детей в округе. То есть, когда человек чувствовал, что он действительно находится в социуме, и вот сейчас, когда ты в большом городе, как в пустыне, как в лесу, мало того, ты чувствуешь, что на тебя смотрят как на конкурента в достижении каких-то материальных благ, чувствуешь, насколько люди удаляются друг от друга. И вот Господь нам являет образ святителя Луки, который всей своей жизнью, всем своим подвигом показал, что значит иметь любовь к ближнему своему и как ее реализовать. Он был врач, и он в силу своих профессиональных навыков реализовывал эту заповедь Божию о любви. Конечно, это для нас нелегким был его путь, тернистым был его путь. Но вот результаты. Однажды владыка Лука
приснился своей родственнице, правнучке. У нее были проблемы на работе, когда необходимо было четко высказать свою позицию, сказать «да» твердо или «нет». Ну, понятно, что когда подчиненный имеет свое собственное мнение, это как минимум вызывает раздражение у начальника. Вот. Но это может вылиться дальше в более серьезные проблемы. И вот она как-то так вот волновалась, что мне делать, промолчать или выступить, сказать правду или утаить и так далее. И снится ей ее прадедушка, говорит, а что говорит, тяжело тебе, да? Тяжело тебе заявить, сказать правду. А ты знаешь, мне тоже было тяжело. Сколько раз меня били там, в застенках, там, в подвалах. Теперь посмотри, сколько раз целуют. Смотри, сколько, какое громадное количество людей приходят, лобызают, выражая свою любовь к святому. Потому действительно подвиг святителя Луки, святость его жизни, она, несомненно, привлекает людей. Мы понимаем, как мы должны жить. Но самое главное, это не только пример для подражания, не только идеал, которых нам сейчас так не хватает. Это и помощник, это и ходатай перед Богом. Силой своей молитвы он наши слабые сердца, конечно, в состоянии укрепить, когда ослабевает колени, когда опускаются руки, наша молитва святителю Луке, наша просьба о помощи в совершении добрых дел, конечно, не может быть не услышана. К пустому колодцу за водой не ходит. Я ежедневно наблюдаю картину нескончаемого потока людей, которые идут за помощью, за молитвенной поддержкой, за наставлением к святителю Луке. И дай Бог, чтобы мы были каждый на своем месте, где Господь его поставил, хотя бы немножечко были похожи на этого святого в вере, в надежде, в любви, в мужественном стоянии за истину. Дай Бог. Свят, свят, есть.